motherfucker. What's up, ребят? С вами канал Ali Gameplay, Brain Rocket, Aliens Isolation. Мы продолжаем выживать, идти к нашей заветной цели, выяснить, что здесь происходит, как происходит и зачем происходит, чтобы понять, как отсюда, чтобы не происходить, выбраться. У нас есть чужой, это инопланетное создание, которое охотится за нами. Теперь оно может вылезать вот из таких дырочек в потолке, не только из боковых лючков, не только заглядывать в шкафчики и искать тебя там, но также теперь и из дырочек выглядывать. Вот таких вот вентиляционных шахт. Тем временем мы спустились на лифте. Напомню, что мы спустились вниз на лифте, починили лифт, и мы спустились на лифт. Сохранились, и мы отправляемся дальше. Отправляемся мы вот сюда. И что здесь у нас? Давайте посмотрим по карте. Мы, короче, вот тут, да? Вам нужно пробраться через Six and Synthetics и найти другой путь на транзитную станцию, где вы оставили Сэмюэля и Тейлор. Мы обновили свою память, мы загрузили, приняли, поняли, найти выход с завода синтетической плазмы. Проще простого. Чисто гипотетически я могу предположить, что вот сюда можно залезть. Раньше это было стрёмно, а теперь... Алло, я вообще-то к вам поднялся. Могли бы из вежливости обратить на меня внимание. Смотри, она чихает, не открывая рта. Это вот плохо. Что с вами происходит? Почему такая залипуха? Смотрите, кажется, мы нашли очередной баг. Вы знаете, с другой стороны, судя по тому, что нихера какие у вас стволы. Тут точно кто-то был. Да я вообще-то как бы здесь. Не то чтобы был, кто я есть. Знать, что тут происходит. Тот случай, когда столбняк на лицо. В смысле? А если, подожди, а если я... Нет, это слишком просто. Возьму шокер. Ух, нихера себе, короче, прикинь. Надо мощность поставить послабее. Смотри, писюганчик. Мне все это снится. Слушай, это вообще по барабану, серьезно. Бессмертное, что ли? Я не пойму вообще. Вот это прикол. Точно кто-то был. Да я, блин, не... Алло, я здесь, я... Что твои коленки? Как так произошло? Ты же вроде бы лицом падала, сломалась нога. Как это так происходит вообще? Алло. Ей вообще по барабану. То есть, значит, стальной пруд в тебя не... Вообще, да? А вот какая-то маленькая... Как маленький кусок... Может, дело все в скорости? Я не пойму. Как это? Подожди. Нихера у тебя сколько хлама. В общем и целом, мы продолжали двигаться дальше. Я предлагаю нам сохраниться и продолжить движение. Только я пока не понял, куда. Потому что у нас что? У нас вот здесь вот, вот так, и что, и все, да? Игра ведь впередущая, поэтому нам нужно впереду идти. Поэтому, я думаю, нам нужно здесь еще раз все осмотреть. Походу, мы что-то где-то пропустили. Может быть, нам куда-то сюда? Вот я прошел справа. Ох, нихера себе. Прикинь, вот это, короче. Вот это мы, вот это у нас недосдача по знаниям получилась. Обошли как-то. Мы как-то прошли, короче, да. Вот я тупой. Я думал, это замкнутый круг, закольтованность. А это, короче, не закольтованность. Это еще какая прям моль, вообще прям, смотри. И компьютеры здесь. Но это нам не важно. Мы, главное, вот здесь осмотрим. Вещество Б, этанол, аккумуляторы. Мало места. Вот для аккумулятора всегда должно быть место. Аккумуляторы — это лучше всякого хлама. Это энергия. Это ух-ух-ух. Это что у нас? Это лифт. Это лифт. Куда он ведет, пока неизвестно. Но думаю, что он ведет куда-то на научно-медицинскую башню. Научно-медицинская башня, ребят. Что у нас здесь, я пока не знаю, но мы, короче, куда-то пришли. Давайте посмотрим, куда мы пришли. Мы пришли с другой стороны. Получается, нам нужно что? Нам нужно пройти вот так вот. Здесь заблокировано. Значит, нам нужно пройти вот сюда. Отсюда мы хрен попадешь, не знаю пока как, что. Но нам нужно попасть вот сюда, на станцию научно-медицинской башни, где мы должны встретиться с нашими друзьями Тейлор и Сэм. И принести им аптечку, которую мы взяли, потому что там беда вообще, прям там все болит. Что здесь написано? Еще и гнуту. Что? В общем. О. О, скрипят, прикинь. Так, шоколадка нельзя подобрать. Что уж там, это шоколадка. Все равно, нам вообще нам фигуру надо, за фигурой следить, поэтому это не к нам вообще.
Что тут происходит? А тут происходит, смотри, тут дырка, короче. Кстати, давно что-то нашего чудовища не было. Прям неладно это. Слушай, какой классный прям парниковый эффект. В смысле, устройство не работает? А что значит не работает? Устройство в смысле, алло? Устройство не работает. А когда оно работать будет? В смысле? А, ладно, хорошо, давай вот сюда пройдем. Пользуйтесь рычаг. Удерживайте правой кнопкой мыши и жмите S. Вот. Опа-на. Судя по всему, что-то, короче, запустилось. Что-то запустилось, а что, пока не ясно. Но, в любом случае, мы двинемся направо. Ух ты. Что это? Доступ разрешен. В смысле? Здесь у нас что? Тут у нас ничего. Там у нас открытый космос. Планета какая-то. Тут у нас использовать взламыватель. Слишком быстро, слишком сложно. Слишком быстро, слишком сложно, слишком сложно, слишком быстро. Есть, мы взломали дверь. Доступ разрешен. Мы отправимся к нашим ребятам, потому что там все печально. Я же четко и ясно запретил вам высадку. Говорю же, мы вас не поняли. Из-за сильных помех. Эй! Вы кто такая? Рипли, Сторонса. Опусти пушку. Какого черта тут происходит, сэр? Где служба безопасности? Вся перед вами. Я видела существо. Что это? Не знаю. Его притащил Марлоу. Капитан Анесидоры. То есть корабль, который доставил вам самописи? Скажите, на вашей станции вообще есть где укрыться? Здесь разгуливает инопланетное существо. Андроиды нападают на людей. Треклятые андроиды. Рипли, нужна помощь. Это нельзя. Вопрос можно. В штабе есть простейший аппарат жизнеобеспечения. Чтобы попасть в штаб, нужно включить транзитную линию. Пульт управления наверху. Сэмуэльс говорит, вы инженер. Раз так, идите поработайте, раз уж не дали мне убить тварь. Ладно, Уэйтс. Я включу транзит, а вы защищайте моих людей, пока меня нет. Рикардо, а ты все время держи с ней связь. А еще бы мне кто объяснил, кто из вас Рикардо. Как дела, Рипли? Нормально. Прекрасно. Даже прекрасно. Старайтесь скорее, Тейлор. Без паники. Мы отсюда выберемся. Смотрите, значит, что нам сказали? Нам нужно попасть в управление транзитом. Для этого нужно пройти прямо и направо. Но управление транзитом — это уже следующая история, следующая часть. Поэтому, ребятки, все нас ждет там впереди. Мы узнаем с вами, пройдя в следующую... Мы узнаем с вами в следующий раз. С вами был канал Легиблос, Байбрак. Это Alien Installation. Увидимся.